Когда вы первый раз попали в театр, которым теперь руководите, в качестве зрителя, опять же? В 97-98 годах здесь был главным режиссером Сергей Васильевич Новач. Это был, на мой взгляд, один из лучших периодов театра на Малой Бронной. И в биографии режиссерской Сергея Васильевича это был тоже потрясающий период. Здесь были прекрасные спектакли. «Идиот», который шел аж 3 вечера, «Мельник», «Колдун», «Обманщик» и «Сват», «Пучино», «Леший», «Пять вечеров». Масса спектаклей было прекрасно. Которые я очень любил и ходил на все. Здесь было и тогда мало зрителей, как-то он не очень хорошо наполнялся, зал зрительный, но спектакли были прекрасные. Вот тогда я первый раз и много раз приходил сюда, а потом уже я пришел сюда ставить в 2008, по-моему, году. «Много шума из ничего». Был здесь главным режиссером Трушкин, в этот момент художественным руководителем, 1 год. И он, собственно, меня и позвал тогда. Ну вот, я поставил «Много шума из ничего», и вот потом уже приходил сюда на «Варшавскую мелодию», смотрел со Страховым из «Пересильд». Спектакль успешно очень идущий и по сей день. Ну вот, ну еще отдельный спектакль.